когда я приходил работать в феврале этого года в Кировскую область, да, большинство моих коллег-дорожников из других регионов говорили мне не очень хорошие слова. Прочувствовать на себе то, чем он теперь руководит, Альберт Запульских за несколько месяцев успел, в прямом смысле этого слова. Проезжать по 1000 километров в день по дорогам нашей области – занятие не для слабонервных. На пресс-конференции Альберт Владимирович признался – думал, будет хуже. Некрасивая ситуация получилась в Санчурском районе, это выход на Яшкар-Алу, когда 9 километров автомобильной дороги по территории Кировской области люди проезжают там в течение часа, да? К концу дорожного сезона и этому тоже ликвидируем. Еще нового главного дорожника области разочаровали Кельмесь и Амутнинск. Перечень ремонта амутнинских дорог сразу пересмотрели. Альберт Владимирович пообещал, туда отправят больше 100 миллионов рублей вместо 36. Кроме ремонта дороги в Амутнинске, в планах реформа дорожной отрасли. В частности, дороги передают в муниципальную собственность. Альберт Запольских видит в этом одни плюсы. Говорит, теперь у каждой дороги будет свой хозяин. Вместе с дорогами главам районов обещали дать и денег на их ремонт и содержание. А тогда за 2010-2011 год то, что сегодня является сетью автомобильных дорог общего пользования регионального значения, будет в таком состоянии, что нам не стыдно будет принимать любых гостей с любого направления, которое к нам бы не заезжали. До этого, правда, еще дожить надо, а в 2009-м планируют отремонтировать 60 километров дороги, 4 из них капитально и 6 мостов. Юлия Афанасьева, Николай Чалов, Бюро новостей, Давича.